Сегодня у нас в Монреале и в Квебеке вообще отменили, вернее, сделали факультативным ношение масок в общественном транспорте, в том числе оставили только в лечебных учреждениях. Но я сейчас ехал в автобусе и пришел к выводу, что альтернативных у нас не меньше 90%. В масках все. Прикольно. В метро пересел на станцию Сноден, по-моему, вышел и хотел доехать до Кот-де-Неж. В общем-то, мне там остается 5 минут топать до места моего назначения, до еврейского госпиталя в Монреале. Как вдруг объявляют, что перерыв на синей линии, это как раз моя, здоровая толпа стоит, и говорят, что движение возобновится примерно через час 50 минут. Кто-то, значит, там было объявление, что связано с ранением кого-то. Может быть, очередной самоубийца бросился под поезд метро. Это у нас часто бывает. Поэтому я вот тут топаю на всех парах на улицу Дорога Святой Катерины. И там попилить мне еще надо будет минут 15. Но я позвонил, что я опаздываю. Так что все должны быть довольны. Вот такие вот у нас пироги. Ну все там. Так, а не прошел ли я улицу свою? Нет, не прошел. Ладно, хорошо. Заканчиваю с Инстаграмом и с Фейсбуком. Соответственно, день прекрасный, можно и прогуляться.